Так, а как на водку? На водку, на глаз. Вон. Стол поставили, вон, видишь, там тут та зеленка. Только это, слышь, Паш, под жопу положи что-нибудь. Я знаю. А зеленка перед зданием? Да. Кошки. Иди дальше, хата, Паш. А? Вот иди дальше, хата, чуть левее. Вот, я понял. Вот там бугорчик. Да, там, вот этот бугорчик, выкидайте сюда немножко. Сейчас, первый. Что, стой, стой, встань. Ножку зажми ногой. Ножку, встань. Куда работаем? Давай. Смотрим, куда лягло. Смотрим, смотрим. Как не получится? Смотрим. Смотрим. Направление смотри. Нормально. Еще пару плюшек дай. В чем проблема? Не приехала вчера скоро. Где закладные машины? А я не знаю, куда ездить. Это пусть. Забери кого-нибудь. Надо снять, пожалуйста. Я просто пацанам подкинул. А мы свою вон уже. По идее. Да. Здесь одна стоит, она уже да. Отстрелялась. Здесь вторая стоит. Здесь сутки нет. Нету? Ну мне показывали, что могут сюда поставить. Нет. Вот здесь она сейчас и вот здесь мы. Так а где третья? Подожди, вот она, да, вот здесь метр стоит же, по-моему, да, получается? Нет. Вот метр. Да. О, вот. Значит что, хлопчики? Заходим отсюда. Ну вот. Ну, где, да. где девятка наша? Вот здесь там, да? Девятка вот. 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 Заходим вот отсюда. Перед нами, да. Ты же бы, твои люди, тем более, ты говоришь, офицер все знает. Ты знаешь, где они там находятся на пути? Короче, мне послал капа, короче, прикрытие. Он сейчас должен подъехать, я начинаю работать. Они Изушка, если что, прикрывают. Ну там Изушка есть. Ты понял? Все, ребят, выдвигайте. Давай, сюда, давай. Где старший, кто прикрытие? Давай. Так. Там сейчас офицер да. Да, сейчас приедет. А есть у него машина? Моя машина, вот вас заберу, чтобы вы не блокали. И вас заберу. Я знаю, дорогой, пристально. Ну, жду. Лучше бы хотя проведу быстрее будет. Конечно. Ты жди. Так, давай. Лапы. Там выше. Ну, на, бля. И он РПГ, что башни. Сейчас штурмовать аэропорт. Работы будем играть, чем будем заниматься? Попробуем их штурмовать. Артиллерия нас прикрывает. Будем выдвигаться. Все спланировано. Вроде хорошо. А сколько там численность армии? Честно, не могу сказать. Я не знаю. Ну, примерно, приблизительно. Сейчас увидим. Посмотрим, придем посмотрим. Более 800, да? Ну, не знаю. Говорят 800. Там посмотрим. А техники у них много? Техника, два танка точно есть. А что остальное не видели? Минометы у них, Василек стоит, как видим. Возле вышки. Танкисты, слушай сюда, послушай меня. Отрабатывают сюда. И сюда. Сегодня, я так понял, планируется штурм аэропорта, конечно. Да, потому что они подтянули технику, и причем подтянули тяжелую технику. Они подтянули грады. Все остальное. Я не думаю, что это пришло сюда так. Для мирного урегулирования. А личного состава много подтянули? А как вообще у вас настрой в вашем подразделении? А мы у себя дома. Какой настрой? Мы дома. Мы гостей не ждали. Гостей обычно мы просим в гости, а не те, которые приходят. Субтитры сделал DimaTorzok.
Кто с пуля не забрал? Шмель в больнице. Не боятся, я не нравится. Там сидят укропы, их, наверное, много. Где там то направление? Их сегодня, наверное, не будет. Вперед ушел. В аэропорту, блин. Бывшее по ходу здания тут эти старые. Да. Электрооборудование валяется. А вот это сейчас подготовка будет, да? Сейчас отработает тот квадрат, откуда начали по нам стрелять. Ждем броню и идем вперед. Хлопцы зельбовые.
Нет, не плачь. Сделано в Германии. Еще лучше.